Друзья, эти стихи я написала пару лет назад. Некоторые, наверное, их уже слышали. Потом они благополучно трансформировались в песню. Всем махачкалинцам, юность которых пришлась на 80-е, посвящается. Этот город когда-то о пробках не знал. 21-й автобус возил на вокзал, а потом через площадь возвращался битком, припорошенных солью, везя и песком. В воскресенье отец так стучал молотком, и гоняли ребята футбол босиком. Из открытых проемов соседских дверей плыли запахи кухни и крики детей. С абрикосовым соком трехлитровый баллон, и на майские праздники аттракцион в парке Ленинского комсомола весной. Автоматы со сладкой и так газ воду. Этот город не знал иностранных реклам, и ходили мы в гости к друзьям по домам, или в льдинку кафе есть мороженое шоколадом, орехом положенное. Помню улицы Ленина и 26. Пусть названия другие, но улицы есть. Это вовсе не скорбь, не собрание теней. Это город из юности светлой моей. Это вовсе не скорбь, не собрание теней. Это город из юности светлой моей. Всем хороших воспоминаний. Держитесь.